heaven on earth. Мы приветствуем наших телезрителей из Претории, столицы Южной Африки. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что вы с нами. Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Если Бог за вас, то кто может быть против вас во имя Иисуса? Итак, опять Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Скажите: «Жизнь с избытком». Аллилуйя. Скажите это еще раз: «Иисус пришел для того, чтобы я имел жизнь с избытком». Ну же, говорите это вместе со мною. «Иисус пришел, чтобы я имел жизнь с избытком». Во имя Иисуса. 11 стих читаем: «Я есть пастырь добрый». Это вам не нужно повторять? Это то, что сказал Иисус. Он не просто пастырь, а пастырь добрый. Аллилуйя. Скажите: «Иисус, мой добрый пастырь». «Иисус, мой пастырь добрый». Он добрый пастырь, а это означает, что Он вас любит и заботится о вас. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Я знаю моих овец». Сколько здесь сегодня Божьих овец? Если вы Божья овечка, тогда скажите на это «Аминь». Аллилуйя. «И знаю моих, и мои знают меня». 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей». Мы говорим о том, что Иисус — добрый пастырь. Давайте поговорим о том, что мы уже знаем. Номер один. Он единственный, кто отдал за вас свою жизнь. Номер два. Он выкупил вас своей драгоценной кровью. А вот что Он сделал. Итак, именно Он, а не кто-то другой, владеет вами. Иисус — ваш Спаситель и Посредник. Он единственный, кого вы по-настоящему волнуете. Он пообещал, что никогда не покинет и не оставит вас. То есть вы никогда не одиноки. Он знает вас по имени. На счет три закричите свое имя. Замечательно. Вы не никто. Вы кто-то. И вы на этой земле не случайно. Бога есть для вас великий план и предназначение. Иеремия говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Он обещает защищать вас от врага. Как же Он это делает? Он выводит вас из опасности и ведет вас в место обеспечения. Обеспечение. Итак, Иисус — это дверь. Иисус — это путь, тот самый путь. Он истина, и Он есть жизнь. Что бы ни происходило вокруг, Иисус Христос остается путем, истиной и жизнью. Он — свет миру. Как бы ни было темно сегодня в вашей долине, Он проведет вас через самую темную, глубокую долину во имя Иисуса. Итак, Он пообещал привести вас на злачные пажити. Он обещает вести вас к тихим водам. Он обещает вести вас к праведности ради имени Своего. А это означает ваше наследие во Христе и в то, кто вы во Христе. Итак, в глазах Бога вы совершенны и целостны. Сегодня мы поговорим
об этих вазах или что бы то ни было, такими мы приходим к Иисусу. Мы разбиты, и в нашей жизни и в голове полный беспорядок. А эти золотые швы символизируют Божью любовь. И когда Он поработал над вами, то вы прекрасные. Бог видит вас совершенными, прекрасными и удивительными. И Он приведет вас во все, что Он имеет для вас. Аллилуйя. Итак, Он любит вас и заботится о вас так, как никто другой. Он друг, который ближе брата. Он пообещал вести вас в любое время вашей жизни. А еще Он пообещал хранить вас в сложные периоды вашей жизни. Он пообещал вывести вас из горьких вод Мерры и привести к неисчерпаемым запасам в Эламе. Возможно, вы застряли где-то посередине, но знаете, что вы на пути в Элам, вы на пути к изобилию, потому что там находится Иисус, вы на пути к обеспечению, к миру, к радости, к счастью, к целостности. Аллилуйя. Он пообещал превратить вашу опасность в безопасность, вашу нищету в изобилие, вашу сломленность в целостность, ваш плач в радость, ваше отчаяние во что-то великое, ваше рабство в свободу. Вот для чего пришел Иисус. Он пришел, чтобы вывести вас из ямы и перевести в дворец. А это означает, что Он ведет вас, как ваш добрый пастор, в сладкие главы вашей жизни. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Временами жизнь может быть лучше, но Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком». Аллилуйя. Он желает вести вас в сладкие главы вашей жизни. Он хочет вести вас в лучшие дни. Но если вы довольны тем, где вы сейчас, то забудьте обо всем, что я сказал. Если вам нравится быть в депрессии, то наслаждайтесь ею. Если вам нравится быть в нужде, то наслаждайтесь этим. Хорошо? Если вам нравится никуда не двигаться, то наслаждайтесь этим. Но Иисус — добрый пастырь, и Его заботит ваша жизнь. Мы говорили об отцовском сердце Бога и о том, что Бог вас любит так, как никто другой. А еще Бог посвящен вам, и Он желает защищать и обеспечивать вас. Библия очень ясно говорит, что Бог добрый, и что всякий добрый дар приходит от Отца Света, в котором нет ни тени перемен. А затем Иисус называет себя добрым пастырем. Почему? Потому что Он пришел, чтобы подражать Отцу. Он сказал, «Кто видел Меня, тот видел Отца». Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. То есть Он добрый пастырь. Поэтому все плохое — это не воля Божия. Хотя иногда мы приходим в меру, и в нашей жизни бывают горькие периоды. Иногда мы попадаем в ситуации, которые пытаются сломить нас, но вы должны знать, что Бог ведет вас на злачные пажити, превращая вашу трагедию в триумф. Что бы с вами ни случилось, ну, возможно, это был развод, и вам кажется, что вы больше никогда не вступите в брак. Возможно, вы пережили предательство и думаете, что больше никогда не сможете доверять. У меня есть хорошая новость для вас. Иисус Христос исцелит вас, восстановит, поднимет и сделает в вашей жизни что-то прекрасное. Если вы верите в это, то поднимитесь на ноги и прославьте Его. Он ваш пастырь, и Он желает вести вас и направлять вас туда, где мир, радость и благоволение, мудрость, обеспечение, сила, восстановление, благость. Вот чего Он желает. Давайте поговорим о том, что Он обновляет душу мою. Думаю, самая большая проблема сегодня в этом безумном мире — это то, что многие люди теряют во всем этом свой здравый смысл. Библия говорит, что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравомыслия. Давайте поговорим о том, откуда Бог желает вас вывести. 22-й Псалом.
Он желает привести вас в место мира и спокойствия. А если ваш разум разгоняется до 1000 км/с, то вы не услышите голос доброго пастыря. Поэтому вам нужно научиться различать его голос. Если вы проходите через огонь, долину или не знаете, что принесет ваша нынешняя ситуация, возможно, вы не знаете, что принесет будущее, но вы знаете того, кто держит будущее в своей руке. Он ваш добрый пастырь, и он обещает вести и направлять вас. Итак, 22-й псалом с 1 стиха. «Господь, пастырь мой, я не в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Кто из вас сейчас думает о том, чтобы сдаться? Вам хочется убежать. Кому-то следует сейчас стоять, а вы сидите. Кому-то следует сидеть, а вы лежите. Кто-то из вас бросил свой пост по какой-либо причине. Давайте поговорим об этом. Нам нужно вернуть вас на ноги. Нам нужно, чтобы вы стояли внутри, пока все не изменится снаружи. Итак, ваш добрый пастырь желает вести вас путями праведности к вашему наследию во Христе. Ваш добрый пастырь желает провести вас через долину, с чем бы вы ни столкнулись. Он желает перевести вас на другую сторону. Он желает провести вас через огонь. Иногда нам приходится проходить сквозь огонь. Это не исповедание, но и в огне можно одержать победу. Как и три еврейских юноши, вы найдете четвертого в огне рядом с вами. Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы найдете его в львином рву. Он вас не оставит. Сколько бы людей ни отвернулось от вас, он никогда не отвернется от вас. Если Бог за вас, то кто может быть против? Аминь. Итак, он хочет вести вас в лучшее место. Скажите «аминь». Это значит, да будет так? Я часто встречаю семьи, где муж и жена не общаются, потому что они в разводе. Дети не разговаривают с родителями. Дети не разговаривают друг с другом. Я всегда говорю людям, жизнь слишком коротка, чтобы позволить горечи контролировать вас. Пусть лучше вами контролирует Божья любовь. Вам нужно жить в прощении, у сладких вод Элама. Вот куда ведет вас Бог. Если у вас есть горечь, обида, гнев, непрощение, другие отвратительные эмоции, то вы никогда не сможете расслышать направляющий вас голос Иисуса. Вначале он приходит для того, чтобы успокоить бурю внутри. И только после этого он сможет вести вас туда, куда он запланировал. Возможно, ему нужно успокоить бурю разочарования, разбитых надежд и иллюзий, предательства, страха, сомнения, вины. Ему нужно успокоить это. И когда эта буря внутри успокоится, и придет восстановление, ваш разум, вам будет просто следовать за голосом Святого Духа. Мы должны не просто выживать, а процветать. Это означает, что у нас не будет трудностей. Лучше верить в то, что трудности, задержки и разочарования будут. Но посреди всего этого Бог обещает победу и обещает перевести нас на другую сторону. И мы сможем, как Давид, сказать, «Твоя благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей». Каким бы ни был диагноз или прогноз, мы поднимаем свой взор и смотрим на обетование. Мы знаем, что Бог обратит плач в ликование, печаль в радость, и мы будем снова жить и любить. Господь ваш пастырь, и Он будет вести вас путями праведности ради имени Своего. Воскликните «Аминь», если вы верите в это. Бог желает вести нас. Я хочу поговорить о месте, из которого Он нас ведет. Это очень важно. Сегодня очень много угрюмых людей. Если можно так сказать, то они не подключены. Они держатся за что-то другое и позволяют кому-то или чему-то другому направлять их в жизни. Возможно, это обида. Говоришь с некоторыми людьми, и кажется, что они просто не могут что-то отпустить. Они просто не хотят, чтобы Бог забрал это у них. Об этом нужно говорить, потому что горечь — это рак,
который лишит вас всех благословений Божиих. Вы не должны держаться ни за одну негативную мысль, эмоцию. Каждый раз, когда Иисус сталкивался с негативной эмоцией, Он говорил: «Мир, успокойся». И только после этого Он начинал говорить. Когда вы принимаете решение, то вы должны принимать его в мире. А вы можете молиться на иных языках, а при этом ваш разум в полном беспокойстве. Когда мы говорим о том, что Он подкрепляет душу нашу, речь идет о мире и спокойствии, которые берут верх над всем остальным. Если у вас не будет мира и спокойствия, то вы не сможете контролировать ваши эмоции и не сможете слышать голос доброго пастыря. Вначале он приводит вас к тихим водам и подкрепляет вашу душу, и только потом ведет вас. Представьте ситуацию, когда братья предали Иосифа. Где был его разум? О чем он думал? Но даже в такой ситуации ему нужно было найти мир и верить, что Бог все контролирует. Иногда что-то происходит. Если вы неосторожны, то ваш разум может забежать непонятно куда. Многим из вас Бог сегодня помажет голову свежим елеем. Аллилуйя! После этого ваша чаша снова будет переполнена благостью и милостью. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Если вы готовы к лучшим дням вашей жизни, то прославьте Господа верой своей. Пастор Леон присадил меня на перевод Библии под названием «Страсть». Он мне очень нравится, потому что я люблю страсть. Я хочу показать вам несколько стихов в этом переводе. Они говорят именно о том, что я пытаюсь вам сегодня донести. Господь — мой лучший друг и мой пастырь. Иногда мы проходим какие-то трудности и хотим, чтобы это было легко и просто. Я слышал, что некоторые женщины, когда у них проблемы, может, это лишь сплетни, они выпивают немного джина. Ну, просто для того, чтобы стало полегче. Наслаждайтесь своим джином. Далее сказано: «У меня всегда есть более чем достаточно». Он предлагает мне место отдыха в своей роскошной любви. Его пути ведут меня в оазис покоя, к тихому ручью блаженства. А вот где он восстанавливает и оживляет мою жизнь. Марфа отвлекалась на многие вещи. Она поступала правильно. Нужно заниматься житейскими делами, но Иисус сказал, что нужно только одно — тихое и блаженное место отдыха и покоя. Какой бы сильной ни была буря, вы можете иметь мир внутри. Скажите «Аминь», если верите в это. Вот где Он восстанавливает и оживляет мою жизнь. Он открывает передо мной пути к тому, как угождать Богу, и ведет меня по Его стопам праведности, так, чтобы я мог принести честь Его имени. Господи, даже когда твой путь ведет меня через долину глубокой тьмы, страх никогда не завоюет меня, потому что ты уже завоевал меня. Как же мне это нравится. Это отношения, основанные на доверии. Бог, я не знаю, где я, но я не буду сдаваться, потому что ты уже завоевал меня. Твоя любовь завоевала меня. А если твоя любовь завоевала меня, то страх уже не может этого сделать. Ты дал мне не духа страха, а силы, любви и здравомыслия. Это слово для кого-то из вас здесь. Господи, даже когда твой путь ведет меня через долину глубокой тьмы, я не буду бояться.
потому что Твоя любовь уже завоевала меня. Господь — мой лучший друг и мой пастырь. Как я уже говорил, это отношения, а не религия или формула. И благодаря отношениям мы живем в мире и спокойствии. Хочу еще раз прочитать второй стих. Он предлагает мне место отдыха в своей роскошной любви. Павел говорит: «Куда я уйду от Божьей любви? Она как океан». У нее нет высоты, широты, длины, глубины. Давид писал: «Поднимусь на небо, ты там. Даже если я усну в аду, твоя рука будет вести и направлять меня. Ты всегда рядом. И для тебя, Отец, свет и тьма одинаковы, потому что ты любишь меня невероятно. И поскольку ты любишь меня, я не буду бояться никакого зла. Я в безопасности в твоей любви. Твоя любовь завоевала меня». Посмотрите на маленького ребенка. Ребенок не волнуется ни о чем, потому что их завоевала любовь родителей. Когда мои дети появились на этот свет, их встретила любовь. А когда появился Давид, то любовь была еще до его появления, потому что я очень хотел мальчика. А теперь я наблюдаю за ними с их дочерями и сыновьями. Я бы вам показал, как Давид дает бит, а его маленькая дочь танцует под это. Она просто как загипнотизированная смотрит на своего папу. Мои дети до сих пор такие. Они постоянно тянутся ко мне, потому что я завоевал их своей любовью. Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер за мои грехи и воскрес на третий день. Я принимаю новую жизнь в Тебе, мой Отец. Спасибо за то, что теперь я новое творение. Древнее прошло, и теперь все новое. Спасибо Тебе за то, что принимаешь меня в свое царство. Во имя Иисуса». И все сказали на это: «Аллилуйя! Аминь». Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Мы строим одну церковь в разных местах. Это все на сегодня. С вами были Циди и Анжелик. Благословение. Если вас благословило это послание, и вы хотите сделать финансовое пожертвование на распространение Евангелия, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране. Вы держитесь за эту боль, которая влияет на ваше поведение. Отпустите ее. Отпустите. Вы должны прийти к Богу и позволить Ему исцелить ваше разбитое сердце. Позвольте Иисусу вырвать вас из этого плена и исцелить вас раз и навсегда. Во имя Иисуса скажите врагу: «Ты замышлял это во зло».
Бог обратил это во благо мне. Я на правильном месте. Аллилуйя. Потому что мое предназначение в Божьих руках. Дьявол, не тебе определять, кем я стану. Я не буду реагировать, но буду отвечать во имя Господа Иисуса. Я буду благословлять, а не проклинать. Я подставлю другую щеку. Я благословлю врага во имя Иисуса. Вы знаете, что альбом служения «Пробуждение» для его славы уже в продаже. Вы услышите такие чудесные песни, как «Сделан целостным». Эта песня стала лучшей песней госпел в Южной Африке на прошлой неделе. Не оставайтесь в стороне. Приобретайте альбом для его славы всего за 130 рендов.